Дорогие братья и сестры, очень благодарен всем за вашу молитву, за вашу помощь. Позавчера сделали операцию, сегодня я вот первый день уже хожу, выходил в коридор с костылями, слава Богу. Надеюсь, что врач сказал, через 2 месяца уже можно без опоры, без костылей, без палочки ходить. Так что надеюсь, потихонечку вернусь служить Богу и церкви, и вам. Всем кланяюсь, всех благодарю. Храни Господь.